Идея провести курултай молодежи из Сокольской области пришла еще полгода назад, говорят инициаторы. На встречу съехались активисты всех 5 районов Иссык-Куля. Главная цель – показать молодым, активным ребятам, что они не должны быть равнодушными, а вносить посильный вклад в развитие страны. Мы пришли к одной цели. Собравшиеся 5 районов Иссык-Кульского района – это Тюбский район, Чатыгульский, Томский, Балыкче, Иссык-Кульский район, Каракол, город. Все собрались для того, чтобы обсудить на первом этапе все нынешние проблемы Иссык-Куля, а также поддержать. Стремление молодых поддержали опытные политики. Лидеры фракции сказали, что верят в молодые силы и их начинания. Я надеюсь, что и в других регионах молодежь откликнется на этот призыв, потому что заявленные задачи, они очень высокие, благородные. Конечно, это говорит о том, что все-таки наша молодежь не только активная, но еще зрелая. И они хотят активно участвовать в жизни нашего общества и в строении хорошего будущего для нашей страны. На курултае были обсуждены и такие темы, как экология Иссык-Кульской области, проведение турсезона, противодействие попыткам дестабилизации, проведение прозрачных выборов и многое другое. Известные в обществе иссык-кульцы поддержали молодежь, так как считают курултай хорошей площадкой для обсуждения и решения проблем. И нам нужно найти пути, дать возможность молодежи интегрироваться в общество. Сегодня же проблемы из-за этого возникают в нашем обществе, что молодежь, она как бы невостребованно себя чувствует в реализации своего потенциала. В принципе, наверное, выступить со своей программой, как они видят ближайшее будущее нашего Кыргызстана. Участники курултая надеются, что их встреча будет не последней, и они дали хороший толчок другим молодым активистам. По итогам курултая была принята резолюция с обращением к первым лицам государства. Зарема Мусаева, Милерджан Биишев, Общественный первый канал.